Надо же. Приветик всем, кто не спит. А можно мне отдельно? Да, вот под тебя. Нет. Отдельно говорю. Во. Да, так. Гораздо лучше. Наверное. Не проверял. Мне стало скучно, и я решил поиграть в гномов. Это как Dwarf Fortress, только не Dwarf Fortress. Вообще ни разу. Но, тем не менее, почему бы... Ай! И нет. Игра легкая. Замечательно. Ну, как легкая? В смысле... В плане нагрузки легкая. Так что проблем быть не должно. Ненавижу эту игру. О, привет. Да. Привет. Ненавижу эту игру, потому что она... Она чересчур требовательна. Но вместе с тем люблю. Потому что... Ну как люблю? Скорее, она мне нравится просто. Она на старте требует определенный порядок. Нет какого-то другого курса развития. Кроме как ты ставишь камень, на котором делаешь доски, из досок потом делаешь себе... Стол получше, ну и так далее. Ну и, разумеется, все это требует промежуточных ресурсов. Не зачистили. Надо больше полей. Нам надо выращивать больше всякого полезного. Так. Ягоды. Сажайте здесь ягоды, будем пить ягоды. А, да, в этой игре есть звуки. И такие громкие. Можно мне хотя бы 50? Спасибо. Так, это все под снос. Это тоже. И это... Нафиг. Недавно, кстати, проверял еще апдейты катаклизма, но что-то там как-то не весело. Ничего такого особого, сильного, мощного, классного не выходило. Старая древняя классика. Обновили то, обновили это. Что-то добавили, что-то сломали. И в итоге почти ничего не изменилось. Каким катаклизм был? Каким катаклизм и остался. Пришлось даже дописывать кое-какой мод вручную. Это комнаты для верстаков. Просто чистая эстетика. Почему бы нет? Сюда, сюда, сюда. Это пока такая комнатная гора. Многокомнатная гора. Они тут живут. Ну, когда у них, конечно, получается жить. По большей части, конечно, они умирают. Ах, да, я вспомнил, почему я однажды бросил эту игру. Просто она меня задолбала. Чтобы сделать кровать, нужна игла. И в целом, в принципе, гномы способны на данном этапе развития добывать даже железо. О чем вы? В принципе, какое даже железо? Драгоценные камни где-то здесь на нижних-нижних этажах, там где-то глубоко под землей. Существуют драгоценные металлы, драгоценные камни, золото, железо, серебро, что угодно. Но чтобы сделать иглу, нужна обязательно кость. Вот, ну не могут гномы делать иглы из железа. Нет, они могут делать только
иглы из костей. И вот только потом, вырастив в себе какой-нибудь шелк, ты сможешь сшить себе матрас. Но этого тоже будет недостаточно, потому что тебе понадобится еще каркас для матраса. И вот только потом будет кровать. Одна, единственная, на 9 человек. Спать они, наверное, в ней будут по очереди. Привет, кстати, железнодорожник. А где стримы? Чего бросил? Где вживастики? А то как-то пропал и нет тебя. Ну, грустно у нас все на самом деле. Скорее всего, скоро придут гномы, ящерицы, гоблины, скелеты, вся вот эта шушера будет трогать мои синие двери. А если они будут это делать, нам будет, поверьте, очень невесело. Не заходит? Ой, да ладно. Ладно, не заходит. Я же видел твои стримы. Чё ты врёшь-то? Заходит к тебе народ. Нормально там всё? Мне некогда. Я стримлю редко. Я больше как-то на Ютубе живу. Видосики туда-сюда. Вот недавно марафон демок был веселый. Перенести, что ли, лесопилку сюда? А вот не надо. Нет, ребята, фу, как вас там? Где это? О. Отменить. Все, молодцы. И вот это тоже уберите. Где это? Да ё-моё, о. Интерфейс просто 10 из 10. Обожаю. Удобно. Эх, дистиллятор так и не доделали. Почему бочек нет? Где мои бочки? Так, вижу бочку. Есть одна бочка. Хорошо, круто. Мне нравится. А, там столовая процветает, вон они даже приходят иногда пожрать. Невероятно. Вы достроите дистиллятор или как? Вы же так сдохнете без воды. У вас там что, 7-7 остается? Там же конец настанет очень быстро. А что нам еще понадобится? Вот карвер. Я не помню, нафиг он вообще нужен. Сейчас посмотрим. Да, крафтинг, наверное, оно. Да, спасибо, помощь очень полезна. Ладно, и к с вами. Вот, камнедел, они... Вот камнерез, он делает чисто блоки из камней. Ну, из сырых камней, грубо говоря. А вот обработчик камня, собственно, эти блоки обрабатывает, а всякое полезное. Нафига нужен резчик? То бишь карвер. Какую функцию он выполняет? Он вырезает на блоках что-то веселенькое, что ли? После этого мы можем... А, точно, да, он может делать из блоков стены, что ли, что-то такое, потом выкладывать из них все, чтобы гномы радовались жизни своей подземной. Ё-моё, какой кошмар. Сюда. Кстати, как там она? Dyson Sphere Program попробуй, может понравится. Что-то вроде Factorio. Ну ты вроде любитель таких игр. Так, мне нужен склад. Надо. Черт. Все так неудобно. Ладно, хрен с ним. Просто будет комната отдельная. Временно. Я, наверное, эту гору переделаю потом. Такой квадратный форт из камня. О, будет круто. Так. Вы там режете все еще, да? Еще режут. Почему вы не используете лесопилку? Это гораздо удобнее. Давайте даже приоритет вам повышу. Вот, смотрите, лесопилка классная. Ну, давай, там быстрее доски резать можно. Ну какого хрена ты делаешь?
Ладно, допиливай свою доску и фиг с ней. Надо ее реально перенести куда-нибудь. А. Хрен с ней, пусть стоит пока. К ней же все равно есть доступ, они же могут ходить там через столы. Всякое такое. У нас что, один лишний стол? Затесался. В ряды. Или это для дистиллятора, для дистиллятора. Эти яки, кстати. Сколько бы раз я игру не начинал, эти гребаные яки подыхали. Потому что просто нечем кормить. Ну нечем кормить. Там на старте дают сена ровно столько, чтобы сделать себе кровать, и чуть-чуть остается. Вот это вот чуть-чуть ты отдаешь им, и они умирают, потому что им не хватает. Не успевает вырасти сена. А где его добыть на карте? Да нигде. Нет его на карте. Не добывается, только выращивается. И это как-то не здорово. Надо еще вопрос с едой решить. С хранилищем еды. Надо еще кухню где-то вот здесь вот выкопать. Кошмар. Только дел. О, бочка? Нет, не бочка. Куда ты? Что ты делаешь? Ну, конечно, ну, правильно, да. Будем носить по одной досочке вот так вот, кругами. Да. Сколько кухня, кстати, занимает? Место. Так, а нам еще разделать придется же добычу. Вы что, думали все так просто? Принес на кухню трупы, готово? Нет. Сначала надо вот это сделать. А это у нас 3 на 3. Потом надо сделать кухню. Это у нас тоже 3 на 3. Замечательно. Просто прекрасно. Так, вход. Где у нас будет вход в кухню? Вот здесь у нас будет вход в кухню. Ладно, допустим. 3 на 3. Как бы вас так разместить поудобней? Ну, допустим, так. 3 на 3 плюс 3 на 3. Вот это все выкапываем. И все. Вот здесь будет клетка для хранения еды. Если надо, мы ее просто расширим. Хотя, почему бы не сделать это прямо сейчас? Где у нас вход будет? Здесь. Как-то не очень удобно. Ладно, пофиг. Сойдет. Купайте. Затекла. Класс. Ну все, один як уже трупнулся. В принципе, стоило ожидать. А где... Где мы можем забить второго? Подожди, игра. Не так быстро. Мне нужно вот это. Ножики где делаются? Ага. Ну это у нас есть. Это не вопрос. Как раз тут влезает, да? Они все равно не успеют. Второй як сдохнет быстрее, чем они построят этот воркбенч. Ну, в принципе, с другой стороны, у них тут будет столовка, здесь кухня. Вроде удобно. Там же будем хранить какое-нибудь сырое мясо. Вроде бы. Система, конечно, не фонтан, но что есть, то есть. О, дистиллятор заработал. Наконец-то. Так, вино, пиво или дерьмо из мухоморов? Нет, спасибо. Этого у нас тоже нет, значит вино. Будем пить. Будем пить ягоды. На репите будем пить ягоды постоянно. Отлично.
Так, мне нужны склады. Какие-нибудь удобные. Вот здесь будем хранить, скажем, ягоды. Без разницы. Где они? Наверное, в еде. Наверное, во фруктах. Надо же. Почему земляника это фрукт? Если это ягода, как бы. Так, приоритет повыше. И будем пулить сюда из... А какой у нас ток файл основной? Черт. Ты как называешься? Ты будешь базовый стокпайл. Так вот. В принципе, пулить даже смысла нет. Просто здесь приоритет выше, они будут в любом случае тащить сначала сюда, потом базовый. Ну это так, на всякий пожарный вдруг понадобится. Так, это венцо у них тут. А где мы храним ягоды? Кто-нибудь помнит? Наверное, в коробках. Наверное, в коробках. Бочки, кстати, надо куда-то бочки еще засунуть с вином, чтобы они далеко за ними не бегали. Вот тут проблема стокпайлов. Нужно мне ящик. Вот сюда. Тут проблема стокпайлов будет, потому что если выхлоп забьется дистиллятора, они производить, соответственно, питье и еду не будут. И это плохо, потому что когда-нибудь они захотят пить. Поэтому надо сделать еще один стокпайл и разгружать его как можно быстрее куда-нибудь в другой стокпайл. Наверное, даже с одинаковым приоритетом. Ой, надо будет нанять еще гномов, чтобы они чисто занимались такой таскательной работой. Таскали всякое дерьмо. Вы не достроили, да? Ну, само собой. Як там еще не отъехал. Удивительно. Плодиться они, конечно же, не будут. Ну, тут странный выбор. Либо сонные, слабые гномы, которые спят на полу, и живые яки, которые жрут их кровати. Либо наоборот. Слабые, мертвые яки и спящие гномы. Куда ты пошел? Он пошел умирать. Як, стой. Не надо. Як, вернись. Вернись, я тебе травы навалю. Кровать отдам. Съешь кровать. Нет, не уходи, Як. Не надо. Нет, он ушел. Сволочь. Зачем мне пастбище теперь? Вот. Вот и вот выросла трава. Вот, вот вовремя просто. Почему в дистилляторе никто не работает? Вам что, приоритет повысить? Ну и, кстати, вот, чем меньше места, тем меньше, соответственно, эффективность. И это странно. Просто не может страдать эффективность производства из-за того, что у тебя там в складе меньше осталось чего-то. Или больше. Или склад просто забивается. Ну, это как-то не круто. Ей! Вовремя-то как вы сделали это? Молодцы! Просто молодцы! Только нам это теперь не нужно. Давайте хоть кухню забабахаем. Может, они там будут какие-нибудь сосиски готовить. Хотя мяса-то нет. Ну, может быть, будут делать хлеб. У нас же есть трава, она же выросла. Вот яков, конечно, жалко. Просто без яков не будет костей, не будет мяса, не будет шерсти, не будет яков, не будет еще и молока в довесок. И кровати мы сделаем года через 4. Если не позже. Действительно, что ли, лесопилку перетащить? Как-то мне вот не нравится вот это вот хранилище здесь досок. Катастрофически неудобное. А почему до сих пор не достроили ящик?
Два ящика в заказах висит, но делать их никто не хочет. Это как-то странно. Может, у нас кончилось что-то? Да вроде нет. Камня достаточно. А, у нас дерева нет. Логично. Логично. Ёлки. Идите сюда. Где там это? Ё-моё. Сейчас вас будем ёлить. Нахрен это всё. Всё под снос. Эх, надо нарезать саженцев. Хотя тут ёлок. Жопы жуй. Но это когда-нибудь потом. Когда будем выращивать свои деревья там. Всякое такое. Пока что хватает. Надо только еды накопать немножко побольше. А то её как-то чего-то мало. Так можно и крякнуться. Вот ягодок выкопайте тоже. Вот это. Все выкапывайте. Ох, тут яблок-то ж... много как-то. Ой, ё! У нас гора-то какая плодородная, а? Смотри. Ух. Обкопаться можно. А, там уже 44-45. С едой вообще проблем не будет. Ну, по крайней мере, первое время. С водой, наверное, будет. Можно еще, кстати, гномов запрячь. Менять пол и стены, чтобы они не комплексовали по поводу того, что живут в грязи. Так, у нас есть хлеб. Мы можем делать чисто хлеб из травы. Но будем ли мы это делать? Вопрос. Надо подумать. Надо подумать. Ну вот здесь неплохой ряд, кстати, вышел. Можно было даже сделать наоборот. Конечно, думаешь, это критично? Просто глядя вот на это все, у меня как-то нет настроения делать хлеб. Я думаю, они и на фруктах прекрасно поживут. Года 4. Опять эта возня со стокпайлами. Обожаю. Так, давайте тогда сюда. Там тебя. А, темнота. В темноте так удобно печатать. Где ты? Где ты есть? Так, где-то здесь. Фрукты, сосиски. Может, в растениях? Семена. А, во. А зачем было... ладно, неважно. Храните. Берегите. Там у нас базовый стокпайл есть, поэтому пуньк. Лучше приоритет повышать. Можно, конечно, трансфер устроить. Только нафига? Вроде и так норм. Тащите сюда. Так, а по поводу жратвы, хлеб будете хранить вот на соседней клетке. Так и назовем его. Хлеб. Приоритеты. Да, тоже приоритет лучше повысить. Хотя, с другой стороны, зачем? Я его просто из базы исключу и все. Хлеб, хлеб, хлебушек. Ковчег. Нет, ну хлеб точно не фрукты, правда? Во. Да, вот хлеб. Храните хлеб. Здесь весь хлеб, какой есть. А из базы его надо выключить. Так, хлеб, хлеб. Где ты? Не храните здесь хлеб. Вам не надо. Все, вперед. В чем хранится хлеб? Я не помню. В коробках, по-моему. Ну не в бочках же. А в чем хранится... зерно. Неужели в мешках? Я не помню. В чем? В мешках хранится что угодно. Ну тут саженцы хранятся.
почему-то. Наверное, зря. Тут еще и не написано, что в чем хранится. Ну, круто. Но хлеб точно хранится в коробках. Надо подумать. Либо мешок, который мы сейчас в принципе не скрафтим, потому что у нас нет сраной иглы. Либо коробка. А хрен с ней, обойдетесь пока без коробки. Вам и так нормально. У нас дистиллятор заработал, что ли? Еще коробка есть. О! Шикарно. Шикарно. Все, тут работает. Тут порядок. По поводу питья. Питье. Я вот думаю, может быть, им замутить вот здесь где-нибудь какую-нибудь такую кладовую с едой. Или прям тут хранить. Хотя, с другой стороны, нифига. Чёртово гномория. Еще одна причина ее ненавидеть. Грёбаные стокпайлы. Воду храните здесь в приоритете. Где она там? Так, вот, напитки. Молоко, вино. Мы же вино делаем. Вот это вот, да. Да все храните вино. Любое. Нет, подожди, не любое. Любое не надо, не-не-не. Вот только ягодное. Так, будет норм. И пул мне нужен из базы. А всякий пожарный. А то мало ли чего. Мне нужна бочка. Не-не-не, не то. Бочка. О. Ум. Класс. Так, кто бросил вино? Кто посмел? Человек для вас старался, крафтил вино, а вы его кидаете на землю. Что за неблагодарность? Давайте, ну, бочку с вином-то, ну. Есть бочка с вином, класс. Так, теперь еще один стокпайл. Будешь стоять здесь. Называться вино один. Нет, музыку не заело, это просто это нормально, в общем, для нее. Треки такие классные. Вино, конечно же, ягодное. Теперь по поводу трансфера, ты будешь пушить у нас в, а как оно называется, как у нас стокпайл обзывается здесь? А, понятно. Вино 2 будешь пушить у нас вино 2. Где ты там? Во. Класс. Все. Приоритеты должны работать. То есть, по идее, план какой? Приходит человек, вот отсюда берет ягоды, делает вино, выкладывает сюда. Другой человек, соответственно, приходит, вино забирает, уносит в пушащий, собственно, стокпайл и хранит его там. Такая получилась маленькая буферная зона. И если вдруг один из стокпайлов переполнится, а если они переполнятся еще и оба, то они будут тащить все вот сюда, вот в эти бочки. Поэтому приоритет. А еще мне нужна бочка, чтобы хранить. Что там с хлебом? Почему хлеб не делаем? А, понятно. А, да из любого говна делайте. Крафтите. Бесконечно крафтите. Я же вроде ставил вам репит. Что за фигня? Странно. Делайте хлеб. Еды 260. По-моему, им этот хлеб вообще до лампочки. Что он есть, что его нет. Как там с загрузочкой?
2020 100% шикарно. Трава выросла, тоже шикарно. У нас камень не кончился, интересно. У нас кончились бревна. Удивительно. А сколько у нас досок? Доски, доски. 4. Надо больше дерева рубить. А, камня вообще дофига. Хоть жопой жуй. Дерево, 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 дерево. А нафига мне дерево? Я не помню. Зачем-то оно было нужно. Карвер. Ну, как-то... Нет, пожалуй. Обработчик камней. О, кстати, печки. А где тебя можно сделать? Ну, это у нас есть. Так, еще одна печка. Карпентерс. Ну, это все у нас есть тоже. А это где? Тоже есть. Заняться ковкой железа. Кожа. Рынок. Нафига? Вот зачем? А, точно, сюда же приходят иногда еще эти представители других фракций и всякое такое. Тренировочные, кстати. Может поставить? Нифига себе у вас размерчик. Жесть. Не, ну, в принципе, почему бы нет? Размерчик там действительно не маленький. Че у вас там? Так. Получается, еще и не влезет. Офигеть. Не, мы вот тогда вот так впритык поставим. И будет, наверное, норм. Конечно, пути не фонтан. Но, с другой стороны, когда нам это мешало? Так, это все выкапывать? Это вот так. О, как раз впритык. Можно вас развернуть как-нибудь вот так? Во. Класс. Впритык же? Вроде впритык. Сойдет. Так, дерево. У нас кончилось внезапно дерево. Вот, сосенки. Сосны. Где? Во. Рубите сосны. Вот так вот. И вот так вот тоже рубите. Там хватит на какое-то время. Что у нас там с питьем? 47. Дистиллятор не работает. Почему? Потому что, наверное, нет ягод. Ягоды у нас только собирают и засаживают. Надо больше ягод. Надо выращивать больше ягод. Так, что-то мешается, как обычно. А, выходишь, и сразу ягодные поля. Чтобы не забывали, что они тут не просто так живут. А за счет ягодных полей. Так, сюда. Да. В общем, вот такая вот ягодная плантация. Опять же, ягод жопой жуй. Ой, хлебушек прыгает, там еды! Обожраться просто. О, енот! Скотина! Опасная тварь! Я, кстати, не сделал отряд защиты, это вообще медоед. Ой, если нападет, на нас вообще всем хана настанет. Умирает из-за жажды. В хорошем настроении. В принципе, цел, жив. Ты пошел в жопу. Не сегодня. Когда-нибудь я соберу там какой-нибудь классный склад, но нет. Не сегодня. Надо новый склад собрать. Кто?
Кулачные бойцы смерти мертвых? Что? Нет. Какие-то лягушки. Во! Живаки. Сойдет. Стандартная формация. До хера свободных мест. А можно как-то место выключить? Нет, нет. Ладно, будет просто свободное тогда место. Так, формация базовая. Стена щитов. Вот с чем я не занимался в этой игре, так это с военной ее составляющей. Стрелять по готовности. Кондитивный огонь. Или огонь на подавление. Огонь на подавление вроде. Перк. Держать глаза открытыми. Увеличивает радиус обзора. Шанс блокировать. Защита. Увеличивает урон в ближнем бою. Во! Вот этот перк нам нужен. Защищать гномов. Защищать. Убегать врагов не надо. Все, классная формация. Позиция. Тоже перк есть, кстати. Солдат. Увеличивает урон двуручным оружием. Когда носишь два оружия, увеличивает скорость атаки. Увеличивает скорость атаки, урон, шанс доджа и рейд доджа. Когда нет брони или эквипнуто оружие. Путь гнома, в общем. То, что надо. Униформа. Нет униформы, страдайте. Сохранять дистанцию. Отступать, если получаешь кровотечение, обязательно. Отступить, чтобы эквипнуть униформу. Нет, пока не надо. Униформы-то нет. Исполнить патроны. Помочь сквад-лидеру. Без разницы. Униформа. Хотя вообще-то... Да, пригодится. Униформа... Нет униформы. Все. Сквад готов. Можно баджера ловить. Топорами его забьем. Ну или кулаками, как получится. Так и не достроили. Ну и ладно. Надо какой-то более удобный доступ сюда выкопать. А, ну в принципе можно здесь дверь поставить. А то они как-то бегают так далеко. Не очень удобно. О, все. И дверь. Дверь, дверь. Где дверь? А, вот. Каменная. Обязательно каменная, потому что каменные двери прочнее. Да и тратить дерево на дверь, ну, как бы, зачем? Когда есть камень прекрасный, распрекрасный. А когда-нибудь появится еще и железо, и там вообще будет весело. Так, мне надо больше стульев. Стулья, стулья, да, стулья, любые стулья, пофиг какие. Да, ведь они же не деревянные, правда? Кровать, кровать. Да, любые стулья, ну... Не-не-не, нет, не любые, нет. Каменные мне нужны. Вот именно из этого синего камня, давайте, вперед. Да, стул, сюда, сюда, сюда. Вот сюда поставим. Столовка, она такая. Надо еще, кстати, факелов понаделать. О! О! Шик! 6 до 2. Смена. Записывает лог. Зачем мне записывать лог? 6 до 2. Тренируется отряд живак. Вперед. Тренируйтесь. Нас, конечно, сейчас нет на это времени. И самих гномов. Но почему бы нет? В принципе, там расписание, так что это в какой-то степени даже, наверное, удобно, когда не хватает человеческих ресурсов. Такс, надо копать дальше. Где мои лестницы? Поньк. Поньк. Поньк.
Да, ну... А сюда уже нельзя. Все. Хрен его, где эти залежи железа, я не проверял вообще. Где-то глубоко, наверное. Ну, судя по тому, что здесь копать нельзя, тут, походу, какая-то жила. Ну, или дыра какая-то. Что-то, в общем, не очень веселое. Еще вода заканчивается. Дистиллятор работает хреново. О! Я же говорил, что тут какая-то жила. Что это? Скрыто. Сейчас будет открыто. Сейчас как копну. Копайте все тут нахрен. Ой, ну надо. Что это? В смысле скрыто? Что я это говорю? Малахит это. Ну, будет, значит, малахит. Ой, слушайте, а тут не только малахит, тут еще уголь есть. Круто. О, слушай, так это же уголь. Можно же углем печки топить. Класс. Неплохо раскопали. Ну-ка, дальше копайте. Ну, а тут жил-то сколько? Может, еще на верхних этажах поискать? Так. Дальше. Дальше ждут нас горнила всякие разные. Кстати, тут еще есть вот такая штука. Где-то. Вот не работает пока что, но она есть. Там арбалеты, можно крафтить и всякое такое. Веселое, наверное. Карвер мне, наверное, все-таки пока что не нужен. Обойдемся без него. Дистилляторы, колодцы, бла-бла-бла. Ну, это мы не построим. Это мы тоже не построим. Печь. Печь, кого бы за печь. Печь и кузня. В чем разница? Еще есть плавильня. Карпентер. Ну, это у меня есть, да, это нормально. Так, ну давайте для начала плавильню поставим тогда. Будешь плавить здесь. Да, пока что хватит. Еще один прикол этой игры. Не надо. Не надо, вот поверьте мне, просто не надо. Никогда забивать очередь строительства десятками тысяч воркбенчей, потому что распределение приказов среди гномов и, в принципе, воркбенчей, там, когда вешают какие-то приказы для строительства, оно просто невероятно отвратительное. Приказы раздаются как-то крайне странно, когда ты меняешь приоритеты, приказы на воркбенчах приоритеты свои, соответственно, не меняют. И получается, что ты строишь какой-то там какой-нибудь дистиллятор, который тебе жизненно необходим. И помимо этого еще там три воркбенча, которые, ну так, может быть, построить можно. И ты их строишь, и надо приоритет перекинуть на дистиллятор. Они вместо этого стулья крафтят, бочки делают зачем-то, нахера? В общем, не очень удобно. Так, а может быть расширить вот это вот дело? То как-то мне не нравится. Хотя, с другой стороны, еды дофига. Зачем мне больше? Можно пока и так жить неплохо. Баджера, что ли, поймать? Кстати, отряд живак. Членов в нем нет? Нет. Ну, можно, в принципе, вручную назначить. Может быть, когда-нибудь придут намады. Может быть. 15-12, 11-12. Давайте так. Ты друг твой. Твой друг и твой друг. Вот. Четвером будете заряжать нам. Может быть, не сдохнете. У них там график. Они там будут тренироваться время от времени. Так что нормально. Жить можно. Чего они там раскопали? Ну-ка, показывайте. Так, уголь есть. Малахит есть. Класс, класс. Замечательно. О, там уже кто-то в броню оделся. Вон он бронированный. Ходит в каске. Отрядник. Кирку бросил. Так, я понял вас. Вам нужно больше ящиков. Они уже кирку бросают просто на землю. Как будто нафиг не нужна.
Там 4, сюда. Вот этого должно хватить. В принципе, можно сделать еще отдельно хранилище для инструментов, чтобы они кирку так вот на земле не кидали. Ну да ладно. Чуть-чуть кто-то топор бросил. Что, охренели, что ли? Чем вы рубить-то будете бревна? Руками? О! Плавильня достроилась. Чё-то быстро они как-то строили это все. Удивительно. Хоп, плавильня готова. Что мы можем в ней плавить вообще? Мы можем сделать здесь наковальню. Нужен уголь и... Вот неожиданность, наковальня. Печка нужна для этого. Кирка. Ага. Охренеть. Ну да, здесь можно много чего делать. Даже можно делать гаечный ключ. Охренеть. Ладно, смелтере... Я ожидал, что смелтер — это переплавка руды в слитки, из которых потом можно что-то сделать, но игра считает наоборот. И смелтере почему-то делает совершенно другое. Не то, что я от нее ожидал. Ладно. О, слушай, а зачем нужен металлообрабатывающий рабочий? Ах, нахрена? Что это вообще такое и зачем это нужно? Сначала печка. Печка, печка. Была у меня когда-то одноклассница с фамилией Печникова. Угадайте, какое прозвище у нее было в школе. Ох, давно это было. И это было весело. Наверное. Хотя сомневаюсь, что для нее это было весело. Впрочем, со временем ее перестали так называть. Привыкли, наверное. Как у нас там дела с ягодами? Ой, ой, какая красота! Просто офигенно. Офигительно. 73. Дистиллятор работает замечательно. Нареканий, в принципе, нет. Пока что нам еды, воды, всего достаточно было. Дверь так и не построили, сволочи. Вот, кстати, то, о чем я говорил. О, вот они только дверь понесли. Я дверь эту заказал 10 тысяч лет назад. Только после этого я заказал вот это. Дверь они достроили только сейчас, когда достроили воркбенч. Удобно. Пипец. О, тренировка, тренировка. Мне вот интересно, чего они таким образом натренируют себя? Допустим, у нее там скиллы... Ах ты ж, гадкая игра. Допустим, у нее скиллы... Вот, 17-12. Подождем некоторое время, как там тебя зовут? Тина. Тина Миллер. Майнер. Тилен. Тилен Майнер. Пока следование включим за ним. 17-12 у него было. Посмотрим, что будет после тренировки. Что, он устал? Или они друг с другом борются? Наверное, надо госпиталем сделать. Правда, госпиталь получится с кроватью из сена. Что как бы... Наверное, не очень здорово. На сене полежать они могут и у себя дома. В комнатах. Вот, они еще не натренировались. А я вот прикинул, может быть, нам взять какого-нибудь одного человека? Ну, толпой-то, конечно, забивать оно прикольней. Но пока что, наверное, не нужно. Нам 4 человека в скваде. Все, кончилась тренировка. 17-12 у нее или него было. 19-12. Владение мечом пятерочка. Топоры.
мечи, вернее, молотки, арбалеты. Ну, неплохо, неплохо. Тренировки не зря будем проводить, значит, больше навык, больше урона. А это уже хорошо. У нас есть фермер. У нас есть, кстати, в городе бесполезный фермер, который мне нахрен не вперся. Вот ты. А он вещи таскает. Нет, тогда ладно. Носильщики мне нужны. Носильщики, они довольно полезные, ребятки. Ну, конечно, ну, конечно. Сейчас. Достроили они. Так, а где мы производим факелы настенные? Не написано. Ну ладно, растыкаю. В принципе, не страшно. Так, как там тебя? Во. Так. Понька. Я надеюсь, с той стороны воткнулась. Сюда и вот сюда. Вот так, норм. Так, теперь здесь. Сюда. Давай через два. Два сюда. Так, нормально будет. Сюда один повесим. Сюда повесим. Что-то не вешается. Во, вот сюда, значит, повесим. Одного хватит. Такс. Не хочет. Значит, будешь здесь висеть. Ну ладно, не будешь висеть. Я тебя отменяю. Где ты там? Не виси. Чёртовы факелы. Лето наступило. Это хорошо. Это хорошо. О, смотрите, они факелы уже делают. Вообще шикарно. Кстати, где-то здесь была информация о комнате. 531 ценность. Ну, в принципе, неплохо. Для сравнения, возьмем какую-нибудь комнату без всего. Буквально там одна кровать, там два вообще. Так что я думаю, это даже нормально. Хотя и не факт. Может быть, маловато. Это, конечно, не великий холл, но все же. Великая столовая. Там можно еще трон разместить. Какой-нибудь и статуи. Может быть, вы достроите сегодня-то, ну? Печку-то, ну? Ну, что там строить-то? Ну, чего вы? Чего вам не хватает? Так, подожди. Где у нас печка строится? Не здесь. Логично. Может быть, здесь? Как там ее? Так, а ее здесь и нет. Значит, здесь. Вот она. Ну-ка, в топ. Выдвигайся. Нужны планки. Дерево, что ли, кончилось? Ну, так бы сразу и сказали, а то не делают просто молча ничего. Топорик. Говорю, топорик. О. Вот так вот. А там, ребят, тренировка. А, эти звуки. Восхитительные. Мы задолбимся, я вам честно говорю, вот это вот все перестраивать. Вот эти вот гребаные углы. Я помню, как я пытался строить что-то вроде подземной плантации.
чисто такая лестница из блоков, из уровней, на которых что-то растет. И это было пипец как неудобно, потому что изометрия, потому что вот эти вот квадратики, повернутые к вам жопой. Вернее, углом. Не очень удобно. Эти там все сражаются. Ну, пусть сражаются. Наверное, им нравится. Почему бы не сражаться? Ух, ё! Вот это встреча! Вот это опасная встреча. Нет, на него мы точно не пойдем. Появилась бы какая-нибудь ящерица, мы бы ее толпой запинали. А эта скотина и грохнуть может. Она и двери может вынести вообще все. Я пас как-то. Не хочу. Можно тебя зафоловить как-то? Нет? Ну ладно. Ходи тогда. Не убивай только никого. Ладно? Иди просто отсюда. Все. Иди. Он испугался? Он увидел гнома и испугался? Не верю. Это все ложь. Они не боятся. Они убивают. Но нам так или иначе понадобится обработчик костей. Нам понадобится мясо. О, дождик. Нам понадобятся кости. Нам понадобится кожа. В общем, много всяких материалов. Ну и, соответственно, несколько ворубенчей, чтобы все это обрабатывать. А это, поверьте мне, не круто. Нифига не круто. Ползи отсюда. Просто уходи. Ну же. Не хочешь? Ладно. Только не убивай никого. Куда? 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 Только не ешь нас. Не гномов. Куда он делся? Он потерялся. Черт. Как там врагов-то посмотреть было? А, вот. Все? Позвалил. А-а-а, ура. Даже никого не убили. Идите. 9 человек у нас было. Опа! Намады, походу, нагрянули внезапно. Потому что популяция у нас стала 9. Вернее, 12. 4 идут. Да, намады пришли. Намады, намады, щиты 17, броня 15. Ну, дерется он неплохо, в принципе. Топоры 24, охренеть. Тоже боец. Меч 24. Это шахтер, это чистый шахтер. 32 майнинга. Он просто берет кирку и уничтожает камни. А ты кто? Ну покажи статистику-то, ну характеристику-то, ну. Не показывает. Этого не показывает. Какого хрена? Куда наводить надо? Чтобы показало. Вот на шахтера наводишь — норм. На гномада наводишь — норм. Сюда наводишь — не работает. Кажется, где-то только что выскочило. Нет? Показалось. Ладно, я тебя так найду. Скиллы свои покажи. Вот отсортировать бы их еще по величине, так сказать. 14. 14 проспектинг. Ну, он вообще какой-то днищевый, если честно. У него нет каких-то супер-классных характеристик. Он просто есть и что-то делает. Ну, топором вот машет неплохо. Ну ладно, физ. Физ. Будешь тогда не гномадом, будешь у нас... А кем он будет у нас? А никем он не будет. Будешь в отряде воевать. Физ. Так, сквады. Вот тебя мы меняем на физа. Пусть тренируется. Физ-гномад, да, вот. Вот пусть тренируется. Так, хорошо. Следующий гномат. Походу, у тех, которых не высвечивается, они... дно. Просто лютое дно. Ризл бро. Кто ты? Что ты? Что ты можешь? Ну да. Они реально дно. Ну посмотрите на эти характеристики. Что это?
Рубка деревьев 13. Вообще дно. По сравнению с тем шахтером, это просто никто. Медик. Медик. 12. Ну, в принципе, почему бы нет? Вот меч. 24 меч. Это чисто воин. Будет ходить и махать мечом. А по профессии ты будешь боевой медик. Вот ты кто. Боевой медик. Сейчас я тебе найду только профессию. Строитель, фермеры, инженеры. Нет, это неинтересно. Госпиталь. А это приоритет. У него в приоритете копание. Не-не-не, ты будешь госпиталь. Вернее, будешь заниматься лечением и перетаскиванием вещей. Это у всех гномадов, по-моему, меняется. Тогда хаулинг сначала. Не, майнинг, хаулинг, потом только госпиталь. Да, вот так норм. Капец. Так, как тебя там зовут? Ризлбро. Ладно. Где наши отряды? Отряды, отряды. Так вот. Ризл, Ризлбро. Не то. О. Все. Так, где мой еще один гномат? Вот ты. 32. Ты чистый шахтер. Ты будешь шахтером. Ты будешь шахтерить в этой деревне всю свою жизнь. Вперед. Давно заканчивается вода. Дистиллятор не работает. Нужно больше жилых мест. Кошмар. Просто кошмар. Надо хранилище для инструментов. В чем они хранят инструменты? Они же в коробках хранят инструменты, правильно? Правильно. Все. Здесь будут храниться инструменты. С пятерочкой. Нет, нет, с четверочкой будут храниться. Вообще все инструменты, пофиг какие. Храните инструменты. Где положено. Ящик туда. Уснул на полу. Ну, бывает. Бывает. По-моему, у нас хватает травы, чтобы сделать еще кровати. Так что можно еще и этих разместить. Троих отщепенцев. Даже, наверное, на нижних этажах. Ать, перебор. Вот здесь и разместим. Будет у вас отдельный блок жилой. Так, вам тут 3 на 3 же надо, да? И вам хватит. 3, плюс еще 3. Все. Жить можно. Надо только разместить им. Вернее, показать им, что у них тут комнаты есть. Персональные. Нет. Сначала кровати. Сначала кровати из травы. Раз кровать, два кровать, три кровать. Все. А то как-то нехорошо, что бойцы уставшие будут сражаться. Не круто же? Не круто. Можно еще сюда эти поставить. Двери. Двери можно еще туда поставить. Вот, тренировка пошла. Пошла тренировка. Нормально. Порядок. А у нас чего-то не хватает, что ли? Дерево, походу. Опять закончилось. Так, персональные квартиры вам тут выделю. Вакантно, да, вакантно. И тоже вакантно. А вот тут не достроили. Тут достроили, тут не достроили. Можно ускориться? Буквально самую малость. О! У меня тут дырка образовалась хорошая. Ну? Вот, молодец. Все. О! Они достроили! Что там замечено было? Подожди.
Баджер? Где ты, Баджер? Где ты, медоед? А где он? Куда он делся? Ладно. Да, вот он. Где ты? Вот он. Вот эта скотина. Сколько у тебя хп, медоед? Здоровье. Хорошем здоровье. Хорошее хп. Замечательно. Не написано. Самка умирает из-за жажды. Ну, я могу ее грохнуть. Только мы не разделаем ее на мясо. Нет, на мясо мы ее как раз-таки разделаем. Иглу не сделаем. У нас воркбенча одного недостаточно, поэтому хрен с ней. Пусть живет пока что. А вот и слиточки. Вот и слиточки. Из любой руды, руды у нас дофига, малахитовый. И угля. Ну, угля у нас, соответственно, тоже дофига. Делаем слитки, из слитков делаем... Видимо, наковальню малахитовую. И ставим куда-то, где она нужна. Удивительно. Так, смелтер. Я ставил, вот это я не ставил. Но это мне и не надо. Вот где наковальня нужна. Это у нас есть, это у нас есть. Металл-воркер нафига нужен? Загадка. Даже не спрашивайте меня, нахрен он нужен? Самому интересно. Вперед! А, ну и... этого самого надо поставить. Обработчика костей. Чтобы кости обрабатывал. Чтобы мы сделали наконец-то гребаную иглу. Сделали себе нормальные кровати. Чтобы хотя бы можно было спать. 4-8. Угу. Да должно хватить, в принципе. А чего они дерутся где-то не там, где надо? Зона охраны. А нафига? Пока не надо. Труль. Не, пока и так нам. Пока и так жить можно. 54, еда кончает. Нет, еда не кончается, вода кончается. 0. А в коробке 0. А почему? Не выросло. Логично. Кстати, мы ведь можем обустроить все заборами. Заборами ведь мы можем все обставить. Нам только надо как-то будет огородиться сверху. Потому что живем мы в горе. И по горе нам, к нам могут спуститься вот здесь вот, слезть и все обосрать. А это не круто. Надо только прикинуть как. Ну, заборов тут понатыкать. Что ли? Не, ну это капец, конечно, но... Но к нам придут же скоро... какие-нибудь гоблины. Или мы их выкопаем. Тоже вариант. Там... Да ладно. Тут чего, не впритык, что ли, вышло? Ах ты ж, гадкая игра. Или нет? Нет, тут вроде впритык вышло. Странно. Хотя, может быть, и нет. Хотя и не факт. О, факел в одной комнате. В двух. Удивительно. О! Класс. А у нас остались враги? Не осталось. Ну и хорошо. Мне как бы не жалко. Что? Костяная футболка? Удивительно. Мне и иголки хватит. Пока что. Наверное. Хотя и не факт. Мне нужна руда. Мне нужно хранилище руды. Вот прямо здесь. Вот, вот прям тут. Вот тут. Руда! С повышенным приоритетом, конечно же. Руда, руда. Металлы, камни. И то. Видимо, все-таки где-то здесь.
А вот и не здесь. Ё-моё. Ну не в угле же. Может, в металлах все-таки. Да, руда. Малахит, всю руду грузите сюда. Ящик может принимать разную руду, что норм. Все. Путь. Да я вам даже трансфер оформлю. Тащите из базы. И вам нужна коробка. Будете хранить руду в коробке. Так, потом. Мне нужно хранилище отдельно для слитков. Отдельно для слитков. Металлы, да, слитки. Слитки, это хорошо. Все. Приоритетик, разумеется, повыше. Тащить не надо. Здесь вот слитки не надо хранить. Металлы, слитки. Руду оставлю, потому что руды много. И, соответственно, ее куда-то надо будет нести, а рано или поздно закончится вот эта клетка, и все. Ее надо будет куда-то тащить. Где мои коробки? Коробка. Да. Почему ничего не делаем? Свиток есть. А, уголь вы просрали куда-то, да? А, ну этих вообще жизнь хороша. Живут у себя в подземелье. Дальше. О, во. Вот и мой уголь. Так, вот это все выкапываем. Малахит выкапываем. Соответственно, ищем все остальное. Все тоже выкапываем. Это что, железо? Или мне показалось? Мне показалось. Это уголь. Там еще и на нижних этажах есть. Сейчас прокопаемся. А, вот тут уже нельзя. Так-так, ну-ка. Еще малахит не докопали. Давайте. Пошите. Ох, ё-моё. А вниз лестница есть, интересно? Это уже не малахит, по-моему. Это что-то другое. Что это? О, как долго она копает. Это мемеральт. Вернее, мемеральт. Этот самый драгоценный камень. Ах. Как он там? В общем, мемеральт. Нормально. Неплохо копнули. Опа. Здрасте. А тут чего у вас? Тоже драг камни? Не, ну, это круто, конечно, но я не занимаюсь драгоценными камнями. Мы железо искали. Хоть что-нибудь похожее на железо. А, кстати, мы можем ведь перегонять дерево в уголь. Же. Вроде бы. Где-то. В каком-то воркбенче. А только я не помню, в каком. А, может быть, в печке? Я же смелтер строил, да? По-моему, в печке. Как ты выглядишь? Да, это хрень для перегона как раз. Дерево в уголь. Пригодится. Угля-то у нас нет почти, что будем еще и древесным забрасывать печку.
Вот там дистиллятор пашет. Нормально. Живем. Так, камнерезов, кстати, надо бы камнерезов завалить работой, чтобы они делали работу. Невероятно, правда? Заменим-ка стены на каменные. Не-не-не, ща. А декоративные у нас где? В резчиках. А я ставил резчика? А я резчика не ставил. А вот с гравировкой тоже у резчика. Да иди тебя в одно место! Из досок? Серьезно? Просто резная стена из любых блоков. Не уверен, много ли она дает. А давайте попробуем. Просто резная стена. Сейчас построим какой-нибудь домик классный. Например, вот этот вот заменим. Эту комнату прям целиком поменяем. Выглядит забавно, по крайней мере. Нам еще полы менять придется. О, та еще проблема. Еще вот это место мне не нравится. Вот этот вот угол нехороший. Надо как-то с ним что-то сделать. А, есть план классный, офигенный. Надо положить просто туда пол. Все. А из любой грязи пойдет. Вот так вот. Туда пол положим, и эта хрень удалится, и мы туда блок воткнем. Будет круто. Так, ну вот стену поставили. Стоит она десятку. По-моему, есть стены гораздо дороже. А всякие резные. Хотя и не факт. Черт, они будут жить в синих домах просто. Просто в синих домах. Так вот, резная стена. Вот сюда. Кровати нет, зато есть резные стены. Вот это по-нашему. Из них-то стен нам и не хватало. 12-2 Эдлет. Мертвых нет. Хорошо. Нам бы Яков купить. Яков купить и доить. Молоко Яков — вещь относительно забавная. Вот здесь вот промашка вышла, конечно, с комнатами. Пришлось на блок ниже их сделать, ну да ладно. Хотя и не факт. Давай, те. Быстрее, делайте хоть что-нибудь. У нас так просто в очень страшном положении находится питье. Оно там балансирует где-то на 80. Вот, тренировки пошли. Все-таки у нас хлеба маловато. С другой стороны, они его это не собирают особо. А все-таки что может содержать в себе коробка? Может ли она содержать в себе зерно? Или его обязательно надо хранить вот в таком вот мешочке? Ну, давайте проверять. Что мне мешает-то проверить-то? Хотя подожди. Так, наверное, здесь где-то. Хранилище. Очень полезная, да, кнопка помощи. Спасибо. Помогла просто отлично. Проверим так. Если не будут хранить там зерно, то и ладно. О, и хрен с ним. Почему? А, вот эту стену достраивают. Надо еще пол здесь заменить тогда, раз уж начали что-то там делать. Вот на такой вот. Из любых блоков. Вообще без разницы. 3 на 3.
меняется. А мы им еще туда и фурнитуру забабахаем. Вообще улет будет. Какой-нибудь дрессер вот. Стул со столовым точно не нужен. Кабинет, дрессер. О, вообще офигенно. Так, вот тебе дрессер. Вот тебе кабинет какой-нибудь там. Шкаф такой. Заменят, надеюсь. Вот тебе... Нет, статую точно не сделают. Для статуи нужен отдельный workbench. Колонны. Может быть и сделают, кстати. А может быть и нет. Хрен с ней пока со статуей, с колонной. Пока не очень надо. Синяя комната просто готова. Почти. Надо еще дрессеры доделать. Которые, может быть, опять-таки не сделают. Я не помню, где их конкретно делают. Нет, сделают. И кабинет, и дрессер нормально. Жить можно. Ну или сопилку. Надо бы перенести. Все-таки она там уже залежалась. Да и далеко. До склада. До всякого такого. Хотя бревна можно вот здесь хранить. Доски только таскать далеко. Нет, надо ее все-таки перенести. А, там 3 на 3 надо было. Получается, это пустая клетка, да? Нет. Нет, это промах. Вот пустая клетка. 3 на 3 плюс хранилище. Давай-ка мы с другой стороны тех хранилища забабахаем. Здесь. Во. Так, лесопилка. Может тебя как-то... переместить. Видимо, нет. А, ее можно разобрать. Секунду. Во. Нет, во. Разбирайте лесопилку. Оп, разобрали, молодцы. Так, лесопилка. А вот сюда. Нормально. И хранилище, соответственно. Значит, бревна будут здесь. Как-то так. С четверочкой, само собой. Дерево, бревна. А вот здесь будут планки. Соответственно, тоже с четверочкой. Эти планки. А, и трансфер нужен. Тащите из базы. И вытащите из базы. И коробки. Без коробок. Куда же мы без коробок-то? Коробки! Сюда коробка, сюда коробка. Норм. Как себя там человек ощущает? Комната 225. А? Что полы-то делают? Для сравнения, тут 535 в столовой. Как себя человек чувствует в этой комнате? Свалить решил? Ощущаете? Пауза отжалась. Хватит. Вот. Строитель. Здоровье. Хорошая самка, кстати. Идлит. Профессия. Не написано, как она себя ощущает здесь. Ну, будем надеяться, что ей нравится. Ладно, фиг с ней. О, 108. 188, нормально. Живем. Гномады не приходили. Наверное, хорошо. Чего они так долго с досками возятся? Кошмар. Вот, кстати, то, о чем я говорил. Я сейчас переставил лесопилку. А очередь не переместилась. Две планочки закажу. Ради проверочки. О, кстати, они достроили печку.
Уголь. Уголь. Да, крафтите уголь. Крафтите уголь из дерева. В принципе, не критично. По крайней мере, пока я тут все на карте не вырубил. Вот так вот примерно. А сколько у нас вообще этого камня? Надо тречить. Надо тречить камень. Ой, не-не-не. Надо сделать новую. Новую. Что ж ты? Эть, да ё-моё. Во. Камень и... дерево. Камень. Дерево. Вот чего 71 и 13? В чем речь? Сейчас проверим. А, это всего вместе. Ясно. Не, мне надо отдельно. Мне надо отдельно. Тогда так. Это будут... не совсем доски, это будут чисто бревна любые, а вот это будут уже доски. Планки. Класс. Так, по поводу камня. У сырого камня у нас дофига. Блоки смысла тречить в принципе нет, потому что мы их по мере необходимости крафтим. Все. Бревен мало. Очень мало. Катастрофически мало бревен. А вот камней дофига. Камней дофига. Так. Надо этот пролет стены закрыть, он мне не нравится. Мы сейчас еще одну комнату конвертируем в синюю. Офигенную. И будет, наверное, круто. О, все, шик. Замена стен. Замена стен. Поник. Сюда, сюда и сюда. Замена пола. Пола замена. 3 на 3. Ну и заполнить дыру. А, черт. Не очень удобно, но да ладно. Зато бревен натащили. Правда, досок нет ни хрена. Ну да ладно. Странно. Чё это они доски не собирают? Вернее, траву. Лежит себе спокойно. Кстати, они же ее должны таскать. Нет, это для хлеба. Это для хлеба. А где мы перерабатываем? Это же трава. Мы же траву не перерабатываем. Они же получают не из травы зерно. Это так, побочный продукт производства зерна. Грубо говоря, конечно, но все же. Что там у нас? Одной стены не хватает. И пола немножко не доделали. Ну ничего, ничего. Сейчас доделают. О, лесопилка заработала. Вас ящик поставили.
Наконец-то бревна начали сюда носить. Аллилуйя! А это не бревна. Это доски. Ладно, фиг с ними, с досками. Просто у нас вот где-то здесь вот доски хранятся, но это нормально. Все-таки верстак потребляет доски, так что нормально. Тем более у них приоритет одинаковый. Скорее всего, они будут тащить доски сюда, если заполнится, то потом сюда, и если оба заполнятся, то в базу. Хотя это странная система, потому что вот этот вот стокпайл пулит из базы. Хотя, с другой стороны, вроде норм. Что тут у нас? Малахит потихоньку сбивается. Ну, разумеется, свитков нет. Кому нахрен нужны вообще свитки? Восемь. И камень потихоньку заканчивается. Ой, ё! Хорош! Хорош! Вы чего? Я же говорил, гоблины припрутся. Пропустил. Ты кто? Элбер. Бутчер. Вернее, вудкаттер. Чего у тебя со здоровьем? Здоровье. Ранен. Правую ногу. Правую стопу, в левую ногу, правую руку. Кошмар. Кошмар. Нет, это надо прекратить. Отряд, отряд, собирайтесь. Собирайся, отряд. Стала пора бою. А какого хрена они не все сражаются? Странно. То есть ты ставишь галочку сюда и все, отряд идет воевать. Я их мобилизовал? Мобилизовал. Какого хрена они не отступают, не воюют? Их там еще много. Они меч свистнули. Гному хана. А можно как-то военное положение объявить? Нет? Ну ё-моё. Он отступает. Он умер. Минус один гном. А эти скоты убежали с нашим оружием. Нет, не убежали. Они бегают за другими гномами. И этого гнома положили. Замечательно. Просто прекрасно. Какого хрена отряд не работает? Он же должен работать, может быть. Какая-то галочка мешает им это сделать. Вроде нет. Может быть, надо как-то по-другому объявить. Так, давай посмотрим сначала эту скотину. Вот, атака. Все сквады. Сквад призвали воевать. Но сквад не пошел воевать, он спит. Там где-то отдыхает. У себя. Кровище-то. Капец. Просто капец. Вы воины, насколько я помню. Один иглит, один спит. Нормально. Хороший воин. Зашибись. Три шахтера, один фермер. Вот ты. Кем тебя сделать-то, а? Два строителя. А кто нам еще нужен? А, в принципе, никто больше не нужен. Ну, хорошо. Хорошо, не так много потеряли гномов, как могли. Эти скоты могли и похлеще проблем устроить, наверное. Ну,
всего два трупа. Вообще фигня. Кем было это? Это был резчик по дереву. Вудкатер. Этот... лесоруб. А второй труп? А это была швея какая-то странная. Самка, кстати. Ну и хрен с ней. Надеюсь, они больше не придут. По крайней мере, больше тут никого вроде нет. А они там дальше тренируются, и нормально. Ау. Так. Ну, базовые потребности в порядке. Лесопилка не работает, видимо, доски не нужны. А здесь нет вообще ничего. Почему? По какой такой причине? Ящик, кабинет, дрессер, ящик. Явно не то. Может быть, здесь блоки? Нет, явно не здесь. Может быть, здесь? Тоже не здесь. Что за фигня? Подожди. Масон есть, катер есть. А где ты производишься, говно? Не то. Так, это у нас... Вот это. Ты производишься в фордже. Есть у нас фордж. Масон у нас тоже есть. И карпентер у нас есть. Какого хрена? Где заказы? Нет заказов? Зашибись. Вот эта штука мне нужна. Наверх. Так. Здесь. Вот эта штука мне нужна. И мне нужна наковальня. Слиток для наковальни. Тут уже заказы стоят. Может быть, они их произвели уже? Нет, если бы они их произвели, то вот здесь бы было отмечено, что они произведены. Это не так. Заказов почему-то не было в столах. Странно. Ну, придется, видимо, ждать намадов. Когда придут. Если, конечно, вообще придут. Ой, 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 ой. А можно это все забрать? Вот стоковское хранилище, вот 4 блока. Оружие, броня. А зачем? Зачем они сюда это таскают? Что это? Веревки какие-то. Кожаные. Могу еще ящиков заказать. Делов-то. Вот теперь они их произвели. Осталось только наковальню сделать. Которую почему-то до сих пор так и не сделали. Почему угля нет? Хорошо. Почему уголь не делаем? Заказ угля есть. Почему его никто не делает? Четверка. Я могу его выкопать. Его, правда, поискать придется, но я могу его выкопать. Что это? Базальт. Сырой. Удивительно.
Так, где у нас там уголь-то был? Где-то здесь, да? Ой, как долго они копают этот грёбаный базальт. Кошмар. Сапфиры. А вот это, походу, либо серебро, либо железо. Надо копнуть. У нас майнеров трое. Почему они не майнят? Наверное, видеокарт, потому что нету. Хотя и не факт. Ай, тут броня лежит. Ну, ребята, ну броню возьмите. Ё-моё, грёбаный сквад. Униформа, шлемы, все любое. Носите. Почему они не работают? Почему? Что за фигня? Не надо преследовать. Все. Это как-то странно, в общем. Странно работает. Коробку так и не доделали, кстати, для зерна. До сих пор. Где мой уголь? Ясно. В этой стороне нет угля. Копайте в другую. Что там с базальтом? Ай, как тут темно. Чего это было? Базальт. Уголь. О! О! Нормально. Неплохо. Копаем уголь. А это что? Серебро. Тоже неплохо. Угля, правда, маловато. Ну да ладно. Ух ты, ё-моё. Неплохо так намазали. Нет угля. А, я молодец. Я стенку не ту поставил. Вернее, код-то не обозначил. Хотя и не факт. Там тренировки в полном своем объеме производились. Вроде бы. Хотя и не факт. Чего храните вы здесь? Веревки? Вот, броня медная. Медная броня. Ну носите броню-то, ну ё-моё. Почему он в шлеме только ходит? На 180. Ну, еда потихоньку куда-то укапывает. Но, в принципе, это не так страшно. Тем более вокруг фруктовые поля. Там яблок можно нарубить немереное количество. Так что норм. Где моя наковальня? А? Уголь. Есть. Руда. Есть. Где моя наковальня? Неужели нужен человек определенный? Нет, ну это нифига не смешно. У нас 6 идлеров грёбаных. 6 идлеров. Они ничего не делают. Они просто стоят. Лимит популяции. Прикольно.
Так, мне нужна какая-нибудь профессия такая интересная, классная, офигительная. А, есть такая профессия. Нет. Нет, это не интересно. Ты тренируешься? Во! Вот! Вот кем будет наш создатель наковальни. У нас не было все это время кузнеца. Поэтому переназначим временно пастуха в кузнеца. Может быть, он выкует нам железного яка, который будет давать болты вместо молока. Хотя и не факт. Но по крайней мере наковальню он сделает. Хоть и относительно дерьмовую. Но сделает. Не зря уголь копал. Чего-то долго он делает. А сколько слитков надо, кстати? Еще один. Сколько наковальня вообще требует? 8. У нас есть 3. Ха. Ну ладно. Допустим. Там уже уголь из бревен. Дело начали. Бревна, кстати, кончаются. Надо подрубить еще немножко. Как они их жрут-то быстро. Эти бревна. Может быть, здесь посадить елки? В принципе, они сами по себе растут, за ними следить особо не надо. Зато у нас будет запас елок на какое-то время. С другой стороны, ходить туда зачем-то... Не. Мне чего-то лень как-то. То, что грёбаные гоблины вылезли, это не круто. Камня 347. Неплохо живем. Ой, неплохо. Так, мне нужна иголка, одна штука. И мне нужно мясо. Трупы. Нету трупов. Ну, жаль. Жаль, наверное. Хотя и не факт. Врагов нет. Ящерицы не приходили. Так что, увы. Когда же он доделает на мою наковальню? О! Еще один слиток. Давай. Давай. Так. Сейчас будет зеленая наковальня. Собери все цвета радуги. Есть зеленая наковальня. Малахитовая. 36. О, собирайте. Собирайте. Ну же. Давайте. Мы наконец-то сможем делать грёбаные доспехи, броню и оружие. Чтобы было все весело и хорошо. Наверное. Хотя и не факт. Почему-то эти ублюдки не хотят одеваться, ну никак. Ну никак не хотят одеваться. Вроде им и стандарты поставил. Вроде и броня вот как бы есть. Но носить ее почему-то никто не хочет. О, у них получилось. Они смогли. Наконец-то. Кирка требует хафт. Что это? Карпентери делается, но это нормально. И сама кирка делается здесь. Делается она из одного слитка.
Не проблема совершенно. А, это ручка, точно. Файл, что за файл? Свитков делается. Интересно. Молоточек. Не круто, но зачем он мне? Да, инструменты здесь, конечно, не фонтан. Что за режущее колесо? Надо вырезать еще комнат. Надо еще комнат. Так. 3 на 3 плюс блок. Поник. И еще разок. 3 на 3 плюс блок. Вырез. Такс. Чего там еще такого есть? Можем ковать оружие, можем ковать броню. Можем ковать и то, и другое. В принципе. Есть еще вот такая штука. Тоже построим. Построим. Сначала оружие. Сюда. Потом... А, давайте закажем сразу все. Чего мелочиться-то? Металл воркера. Скорее всего, это почти то же самое, что и резчик по камню. То есть декор, который стоит не денег. Вернее, который стоит, грубо говоря, мнение гномов. Они будут рады, и вот. Весело очень. Хотя и не факт. И броня. Обязательно. Обязательно броня. Зачем мне нужен режущий камень? А, это для драгоценных камней. Точно. Я вспомнил, зачем. Нам нужен режущий камень. Что такое? Там что-то не расчистили? Давай. Жить можно. В принципе, можно сделать периметр, через который не пройдет ни один гоблин. Чисто там стены поставить. Но... мне просто лень. В принципе, можно жить и так. Можно забуриться еще глубже и вылезать наружу только так. Время от времени. А можно поселить на поверхности, допустим, каких-нибудь фермеров, которые будут просто жить на поверхности ради того, чтобы собирать и таскать ягоды и траву. Надо, кстати, купить яков. По поводу, кстати, яков. Дипломатия. 2 дня, 3 дня. Захостить можно амбассадора. Для него нужна комната. Комната, которой у меня нет, но которую я могу построить. Правда, кровати у меня нет. Это немножечко не очень хорошо. Воркшопы. Тут можно обозревать воркшопы. Удивительно. Фермы, пастбища, комнаты. Интересно. А, кстати, мне нужна... Да, мне нужна еще одна комната. Мы туда поставим палатку торговца. И будем надеяться, что когда-нибудь он придет. И мы купим у него за какие-нибудь слитки иглу. Или сразу матрас. Нет, не то. Где-то здесь. Где-то здесь. Так, вот он, да. Рынок, рынок. Будешь вот здесь сидеть. Рынничать, так сказать. Хотя и не факт. Да. Система, конечно, огонь. Расположение жилых помещений веселенькое. О, ящик достроили. 54. Ну, можно и лучше. Можно и лучше. Хотя и не факт. Из сосны. Пахнет, наверное, офигительно. Может быть, кирку сделать?
У нас шахтеры, по-моему, заряжены. Ну, то есть все с кирками ходят, и им норм. Кто у нас из шахтеров? Вот три шахтера. Эквип. Да, медная кирка. У одного шахтера точно есть. Можно произвести, в принципе. Не беда. Вот, кирка. Давайте сделаем одну. Интереса ради просто. Почему бы и нет? А у нас угля нету. Его копать надо. Делать уголь из дерева вообще невыгодно. Да и не весело. Еще и в довесок и долго. Так что, не. Не очень круто. Га себе тут у вас территорий. Копнем сюда. Потом, опа, спалилась хреновина. Ладно, копнем в другое место. Сюда копнем. Сюда. Блять, сюда. Еще сюда. И вот сюда. Будем надеяться, что где-нибудь здесь есть уголь. Хотя и не факт. О, а вот и уголь. Да закройся ты, ё-моё. Так, вот это все нахрен. Это все нахрен. Тут еще уголь есть. Тоже надо выкопать. Ну что, неплохо, неплохо. Можно еще малахиты копнуть. Если у нас он вдруг закончился. Ну, пора бы уже кровати делать, которых у нас нет. Из-за того, что у нас нет иглы. Да и мех я не выращиваю. Вернее... Этот самый лен, послен, слен. Надо же. Еще один шкаф доделать решили. О, кирка почти готова. Ну, там все готово, буквально. Приходи просто и делай. Ну, давай. Кирку доделывай. О, наконец-то. Доделал кирку. Подожди. Мне просто интересно на нее глянуть. Малахитовая кирка. Ценность 5. А, допустим, если мы возьмем кирку у какого-нибудь майнера медную, то этого вообще никакой кирки нет. Ладно. Допустим, у тебя. Кирка, кстати, со временем сломается. Поэтому крафтить их необходимо иногда. Бывает. Хотя и не факт.
У них вообще кирки нет. Нормально. Бескирочные шахтеры, видимо, сломали. Или забыли, потеряли. Почему я куда-то дропнул? И спать пошел. О, рынок доделали. Класс. Торговец вряд ли быстро придет. О, рынок доделали. Уже хорошо. Давай, 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 давай. Ну уже. Так, есть. Хорошо. Так, рынок. Там никого нет. Так что ждем, когда туда кто-нибудь придет. Может быть, он когда-нибудь придет. Может, нет. Можно еще амбассадора вызвать. Отношения улучшить, всякое такое, но... Зачем? Зачем, когда можно этого не делать? Когда-нибудь вы достроите вот это или как? А-а-а, как интересно. А крафтить это, конечно же, никто не собирается, правильно. Так, вот это крафтите. Потом. Вот это крафтите. Какого хрена? Я распределил рецепты, но рецепты в столах не отобразились. Приходится их вручную выставлять. Наковальня там вроде как не нужна была. Хотя... Молоточек нужен. А, и наковальня, в общем-то, тоже нужна. Она тоже в рецепты не попала. Зашибись. Так, вот, вот этот молоточек. И наковальня. Где она тут? Это крафтилась. А, нет, наковальня попала. Нормально. Даже две. Даже три. Жесть. Это сколько же? Три наковальни? Вы чего, прикалываетесь? Да сколько крафтить надо? Ох, у меня камни там. Закачаешься. Надо стены менять. Что такое? Дождь прекратился. Хорошо. Хорошо, стены. Меняем стены на какие-нибудь вот такие. Кстати, у нас еще есть стены из блоков. Вот такие вот. Но я не помню, честно говоря, дороже ли они вот таких вот стен. Так что пока поменяем на эти. Сразу две комнаты забабахаем. И пол. Тоже резной. Офигенный. Три. Там 3 на 2, что ли, было? 3 на 3. Вот здесь коридор сделаем. Классный. Офигительный. Скелетон? Ядрить вас! Скелетон. Скелетон. Ну, сквад его атакует. Не победит склад. Не-не-не, не сможет. Они прибегают и пугаются и убегают. Их там всего трое. Сейчас они его попытаются толпой, конечно, запинать. А два уже умерли. Запинали. Запинали! Они запинали скелетона! Ну какой ценой? Еще два гнома умерло. А гномады все еще не идут. Два шахтера, два билдера, фермер. Умер. А, нормально, жить можно. Шахтер-то жив. А, это еще не все, скелетон оделся. Он приоделся. У него здоровье хорошее. Ему вообще норм. С ним дерутся вон мужики. А ему пофиг, он скелетон. Ему и так хорошо. О, раздели скелетон. Убили скелетона. Ну там второй скелетон. Все, он сейчас всех положит. А, можно, в принципе, в сквад засунуть людей. Пусть даже и важных. Но мы хотя бы скелетонов победим. Наверное. Ой, второго скелетона забабахали. Класс. Ладно, пусть запинывают толпой там. Тренировки.
Скелетон. Скелетон. Мы можем скелетона забучить? Скелетона не забучить, да? Отстой. Отстой. А можно как-то... как-то что-то хотя бы с ним сделать? Ну... ёлки-палки, что я зря скелетонов, что ли, убивал? Труп... Вот, труп скелетона есть. Забучить нельзя. Почему? Нехорошо. Не круто. Клеймор, кстати, кто-то бросил медный. Тоже не круто. Это еще что? 5 драгоценные камни. Где уголь? Угля нету. Я так не играю, угля нету. А, ладно. Мне наверх. Пусть тренируются. Что же мы делать-то будем без угля? А! Вот что мы будем делать без угля. Продолжать, наверное, в следующий раз. Потому что я устал. За сегодня, наверное. Хотя не факт. Ну, если игра нравится, то свистните там. Запишу еще пару серий. Ну а пока что такие дела.